Кира, а знаешь, я тебе обещал анекдот рассказать, помнишь? Я даже знаю, какой анекдот рассказать. Давай с тобой поспорим. Если ты съешь 12 пельменей, то я тебе разрешу поиграться на компьютере. Давай попробуем. Давай. Как думаешь, получится у тебя 12 штук съесть? Да? Ну давай, считай только аккуратно. Только не забудь, мы с тобой готовили 11 пельменей. Значит, 12 пельменей ты не сможешь съесть? Смогу. Нет, мы же приготовили-то только 11. Приготовь мне еще один, а? Ха, хитрая! А вообще, еще 13 приготовь. Зачем? Так лучше будет. Тогда ты мне 2 часа разрешишь поиграть на компьютере. Вообще-то от пельмени готовишь ты сама. Забыла? Ты же уже взрослая. А в следующем видео мы вам расскажем, как Кира убирает в квартире, вытирает пыль и пылесосит сама. До новых встреч! Хорошо! Так, вчера ты подписывался на наш канал.